Слепой аскет, пришедший, дабы оценить шпиль, мастерски владеет божественными стойками. Добавляет в руку карту чуда в начале каждого боя. Новый тип карты? Или просто чудо-карты? Попытаешься снова? Да я в первый раз пытаюсь. Ох, как давно я в Слэйс парень играл, если честно. О. Кайф. Оставляется? Оставленные карты не сбрасываются в конце вашего хода. Новый тип карт, нифига. Дает энергию, сжигается. Фига у нее, типа, всегда плюс энергия? Прикольно. 4 энергии со старта, персонаж. Добавляет в руку X-карт Кара. Кара также оставляется. Как-то странно это звучит, оставляется. Наносит 12 урона, сжигается. Неплохо, кстати. Наносит 4 урона дважды. Наносит 8 урона, накладывает 1 слабости, если последняя разыгранная в этом бою карта атака. Наносит 9 урона, перейти в гнев. В этой стойке вы наносите и получаете двойной урон от атак. Ой, она сложная какая-то. Дает 8 защиты и перейти в спокойствие. Вы получаете 2 энергии при выходе из этой стойки. При выходе только. Немножко все большое для меня, если честно. Потерять 5 макс уже. Получить проклятие. 16 урона. Чуть больно. Ладно, там будет костер, я захилюсь, по идее. Т-13 защиты оставляется. Хороший арт. Наносит 7 урона, вы предсказываете 2 карты. Посмотрите, карт наверху, в стопке добора. Вы сможете сбросить любые из них. Это, короче, карта дефекта. Наносит 12 урона всем противникам, завершает ваш ход. О, прикольно. Новые механики, прикольно. Выберите одну из 3 атак случайного цвета и добавьте ее в руку, сжигается. Ага, и карты могут сколько угодно стоить. В начале каждого вашего хода добавляет карту Кара в руку. Билд на Каре. Это что такое? Следующая карта, разыгранная в этом ходу, разыгрывается дважды. Нифига себе. А чё? Я вообще не читал почнот, по-моему. Слепая удача. Вы предсказываете одну карту, дает 2 защиты, наносит 3 урона. Очень неплохо. За 0 энергии прям... Ой, какая сильная карта. Дает 6 защиты, выберете 2... А чё при прокачке? Офигеть. Ба. Дает 6 защиты, выберете 2 карты, если последняя разыгранная в данном бою карта навык. Это все отслеживать, конечно, заморочено будет. Мы требуем аминь. Разве я не взял аминь? Я взял аминь. Бутыль чернил. Разыгрывая каждую 10-ю карту, вы берете 1 карту. Найс. Жесть! Дает 7 защиты, выйти из стойки. Перейти в гнев. В гневе накладывает 3 уязвимости на всех врагов. В начале определенное количество ваших следующих ходов добавляет улучшенную карту чуда в руку. Прикольно тоже. Так куда мне столько энергии тратить? Че, элитку ваншотнул? Так у меня же это. Вот эта штука. Скорби Няо, разве это раньше Скорби называлось? А чатик не слишком ли маленький стал? Может его побольше растянуть потом? Звук прикольный гнева.
Окей. Аминь. 6 дэмэдж. А, если я, короче, в гневе уже, то эта штука накладывает только тогда уязвимость. Все, я понял. Сама по себе она, типа, не накладывает. Больно. Тоже энергию стоит. Ну все, мне теперь нужна энергия. А если я сейчас перейду в гнев, то я, по идее, сброшу прошлую свою стойку или как? Да, мне энергию дали. Под гнев тут хорошо. Носит 7 урона, дает энергию, если последняя разыгранная карта в этом бою атака. О! Хорошо. Она одну энергию же ставила? Да. Каждую десятую карту. Плюс энергия. Так, и вот так. Интересно, Аминю потом... Аминю. Для Аминь сделают потом анимацию уникальную. Но из 15 урона выберите две карты. Эфирная восполняет 3 УЗ X раз. Хилка. Снижает стоимость оставленных в конце вашего хода карт на 1 в этом бою. То есть это одноразовый талант. Ух ты, какой арт классный! Наносит 7 урона, увеличивает свой урон на 4 в этом бою, когда оставляется. Оставляется, блин. Наносит 10 урона, дает защиту, равную нанесенному урону по З врага. Хорошая карта. Не всегда, конечно, юзабельна, но в целом неплохая. По идее, вот это будет неплохо с этим работать. Накладывает две слабости. Ну, две слабости норм. Оно, кстати, меняет цвет, видите, на желтый. Раньше такого тоже не было обозначения. Че, хили... А есть смысл хилиться? Да нет смысла хилиться, я тогда больше урона получу от его следующей атаки, по идее. Или он сейчас этот урон рассчитывает? Хм. А где звук? Ну классно!
Вот и звук. Последняя разыгранная в этом бою, даже не в ходу, офигеть. Это очень хорошо. Пока что опасно гнев юзать. Гнев, в принципе, опасно использовать. Так, сейчас я юзаю карту, мне приходит нужная херня. Хопа. Это бетка, да? Да. Чуть мне страшный гнев использовать как-то кошмар. Как страшно. Можно, в принципе, попридержать кару, да? Настакать побольше кары, потом проюзать гнев. Да уж. Еще и ожог вытащил. Надо было чутка раньше гнев, по-моему, использовать. Но я должен его убить. Как раньше надо было использовать. Deus Ex Machina. Неиграбельная. Добавляет две карты чуда в руку и сжигается, когда вы ее берете. Просто плюс энергия в этом ходу, которую нельзя никак оставить на будущее. Если ОЗ врага равно или меньше 30, снижает его ОЗ до нуля. Сильно звучит. А оно будет работать вообще с пирамидкой? Типа самообладание вот это. Наверное, не будет. Купол равно смерть. Да не, купол не такой-то плохой. Я с ним играл пару раз. Давайте по приколу затестим. Какая разница? Надо проверять. Чего там отображалось? А, понял. Ну, кот проснулся, погодите. Надо его выпустить. Так, продолжаем, продолжаем.
Не, с пирамидкой не работает. Но это было бы слишком сильно. Это было бы слишком. Кто покажи? Так я же показывал. А, она же эфирная, блин, хилка эта. Оставляется, дает 17 защиты. Просто сильная деф-карта. А, ну она оставляется, значит, она еще дешевле становится. Положите карту из топки сброса в руку и оставьте ее. Перейти в спокойствие завершает ваш ход. Бесплатный будет, что ли? Две карты. Вставляется, перейти в спокойствие, сжигается. Наносит 8 урона, перейти в спокойствие, если выбранный враг собирается атаковать. Неплохо. Дает 7 защиты, вы предсказываете 3 карты. Очень хорошая деф-карта. Вы разыгрываете все карты в руке слева направо, цели выбирается случайно. Офигеть. Снижает стоимость оставленных в конце вашего... Ну, это у меня уже есть, я думаю, больше одной не стоит. Вы переходите в божественность. А что божественность дает? Серия бога. Экстри урон. Надо было хилку убить. Ладно, уже на next fight. Этот бафается, ладно. За единичку, конечно, хорошая карта. Особенно если ее грейднуть. Я уже в спокойствии, да? А если я еще раз в спокойствие проюзаю, то я все-таки получу энергию? Или только при выходе? Это, кстати, не атака была, это навык. Я затащу. Нет, не дает. Чем его повалить? Обычным ударом или слабостью? Наверное, слабость лучше. Хотя он все равно будет тупить еще на следующий ход. Спасибо, Мнул, спасибо, я уже понял. Я уже догадался. Что-то пока гнев мне не сильно хочется изучать и пробовать на нем играть, если честно. Он кажется мне супер сложным. Хотя... 1, 2. О, смотрите. Потому что 2 стоит, потому что... Да не знаю, если честно, почему. Просто пока на гневе не сильно хочется.
Выберите одну из трех случайных улучшенных атак цвета любого, может быть, карта. И добавьте ее в руку. Это лицо Спанч Боба. Вы берете три карты, вы не можете разыгрывать навыки в этом ходу. Выберите две карты, выход из стойки. Тут спокойствие, тут спокойствие. Ой, плохой ход какой-то будет. Центриона же первым выносит вроде, да? Я же, блин, подзабыл. Шесть. А я, наверное, мог получше как-то разыграть. Я бы сейчас, если бы вышел из стойки, я бы получил две энергии, а под гневом... Не, надо еще терпеть. Хотя... Не, надо еще терпеть. Фак. Это плохо. Она сложная. Конечно, первый забег, понятное дело, сложный, но такая. Приговор. Пшу. А если... А ну-ка, а через щит. Вау! Куч мало наносит 7 урона за каждого врага в бою. Дает 3 защиты в гневе. Дает еще 9 защиты. Ух ты. Найс. Уф. Я не посмотрел, что делать правая карта, ну ладно, пофиг. Так. Две элиты много. Вообще на элит не хочу на втором этаже, если честно. Хорошо. С дефом есть проблема, вот это нехорошо. Фак, если сейчас в гнев перейду, я сдохну. Фак, 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 фак. Но при этом я получу кучу энергии. Была бы на нем уязвимость, наверное, я бы попробовал. Последняя карта была не атакой. Приди в гнев, а потом обратно в спокойствие. Блин, так же точно. Так же можно. Так же можно, ты прав.
Что гнев дает повторно? Дает 5 защиты и увеличивает свой блок на 2 в этом бою, когда оставляется. Супер сейфовая карта. У нее так мало хп, блин. По идее, можно пойти на элиту справа. Геном на максималках? Да не то чтобы на максималках. Но да, но геном. Следующий ход будет хорошим. Что за вспомнить на кострах? Это чтобы на сердце пойти. Прикол. Наконец-то эта штука пришла. Чуть поздновато. На гневе ты типа чисто держишь карты до ваншота, походу. Хотя можно как бы опять же сменой стоек обузить это. И не получать минусов от урона. Дает 11 защиты, следующая разыгранная атака стоит 0. Носит 7-4 урона, дает 10 защиты, выйти из стойки. Можно взять выход из стойки. И от так, у меня только гнев, да? Ой, как плохо. А, нет, неплохо, все нормально. Все очень хорошо, смотрите. Бац, приходит карта, и это тоже оборона. Все очень плохо, все ужасно. В принципе... Нет. Мне нужна еще одна атака. Какой всратый ход. Карт не хватает. Великолепие кастует, так хоть не просрешь много хп. Я и так не просру хп. У меня деф был. Так, стоп. Что там было? Приговор.
Я зафакапил сейчас. Надо было атаки сюда давать. Блин, энергии-то не хватает. Пок! Какая же она сложная, просто невероятно. Нет, в Ноэта я не играл. Может попробуем. Многие спрашивают, может быть стоит попробовать. Крещендо! Оставляется перейти в гнев, сжигается. Дает два артефакта. Ой, какой арт классный. Оставьте его навсегда. Дает три артефакта. До сих пор не знаю, куда потратить зелье, если честно. Тики-тики-там, тики-тики-там, тики-тики-тики-тики-тики-там. Может, это стартовое сделать, а то она бывает поздно приходит и как-то не сильно хорошо. Нету выхода из стойки. Так. Врезать под гнев смотрится очень хорошо. Это не моя карта врезать, так называется. Там не столько обороны. Thank you.
Предзаметил ли ты, что на арте карты Пинок в догонку показано на календаре число 3 октября? Как думаешь, что это будет релиз персонажа? Не заметил и без понятия. Я же его убить мог. Впрочем, я... все еще могу. Выберите одну карту, когда переходите в гнев. Так ли мне нужен добор? Тоже прикольная штука. Была бы она за одну энергию, наверное, я бы взял. Рипстрим, вы живы? Нет? Перезапусти стрим, понял. О, все, нулевая задержка почти. Все, погнали. Я поменял сервак, походу сервер перегружен был. Привет, Shadow Fiash. Как новый персонаж, сок или да? Сложно очень. Прям жесть какой сложный. После этого еще один забег или как? Нет, я пока не хочу. Типа очень сильно мозги напрягаются. Так, у меня вроде... Ага. Что-то бы грейднуть, если честно, было бы хорошо очень. Мистер Миф Тунир, спасибо большое за саб. Тут можно в спокойствие перейти, в принципе, за одну энергию, поэтому... Оба! Оба-на! Хоба! Надо было сначала вот эту проюзать, было бы идеально. Вот, ну ладно. Все мы люди, все мы ошибаемся. Эта карта очень сильно мешает. Ладно, выкидываем. Thank you.
Хорошо. Блин, у него до сих пор висит этот. Не хватает чутка урона. Просто жесть. Так, можно разыграть только если это единственная атака в руке, наносит 30 урона. Такое восполняет под пирамидку, так тем более, еще на хилке, которой я вообще не пользуюсь. Облик девы. В начале каждого хода дает энергию. Эффект усилится на 1 при каждом срабатывании. Когда вообще ее можно разыграть? В моей ситуации. Типа, я бы, конечно, не сильно отказался от одной энергии. Не то, чтобы она мне прям супер сильно нужна. Очень сложно разыграть будет. Ничего не буду брать. И вот и энергия приходит. Ну, конечно. Давайте корону возьмем. Не самый приятный босс. Лучше бы Таймлорд, наверное, бы идеально просто зашел под этого персонажа. Да, я понял, что она стакается. Понял, чат только это. Но все равно ее сложно разыграть мне было бы пока что. Плюс у меня прям омега дорогих карт, наверное, нету, чтобы она была супер полезная. Надо было оборону сыграть. Тайм равно смерть, тебе топ-босс выпал. Почему Таймлорд смерть? Я бы мог себе застакать побольше кар, мог бы там карту настакать, которая от оставления больше защиты дает. В принципе, у меня с энергией так напрягов сейчас не будет. Наверное. Сейчас я из гнева не выйду и такой...
Наверное, сначала надо было... Хотя нет, не надо было. Нарезочка будет идти, но я просто залью запись на второй канал, и все. Какие нарезочки? Зачем что-то нарезать, когда можно просто залить запись? Последний рано или будет еще, я думаю, все. Снимают все отрицательные эффекты. Это вроде не надо. Еще один выход из стойки, да вроде тоже не надо. Вообще не уверен, что мне надо что-либо менять в этой колоде, честно говоря. Меня вроде как все устраивает. Всего 10? Пам-пам-пам. Пук-пук-пук. Поддержим пока карту дефа. Не уверен, что нужно будет. Прикольный персонаж, прикольно. Молодцы, конечно, придумали что-то вообще супер хорошее, супер новое. Это подло. Ну, допустим. Виновен. Я только сейчас заметил это всегда было? Дефа, как много. Кто эту карту имеет смысл прокачать? Должны всегда прокачиваться, в том-то и прикол.
Оставляется. Почему нет? Будь нотка рандома небольшая. Я уязвимость этой карты один раз только прокнул, по-моему. Так. Возможно, талант, чтобы урона было побольше, потому что деф вроде как у меня, ну, довольно много. Кончик — это очень хорошо. Магаз или костер? Я думаю, костер, потому что у меня денег не так много, то есть релик я взять не смогу, и зелье меня, в принципе, относительно устраивают. Надо ли гнев вот этот грейдить? В принципе, можно. Окей, кто его знает, что там будет? Вдруг мне энергии не хватит в какой-то ответственный момент. That's pretty good. Была бы она прокачанная, взял бы. Ой-ой-ой! А чем делать, я не помню. В чем прикол от роска шпиля? Я забыл, кто это. Фак, его ж... это раньше кто-то другой был. Кто-то очень сильный, по-моему. Фак. Здесь все равно каждый ход. Ладно, здесь потянем. Надо было немного иначе сыграть. Фак, ошибка. Ошибка. Фак. Довольно много молчу, потому что, ну, прям капец. Думаю головой. Жалко, гнев не пришел сейчас. Он бы прям супер помог. Честно говоря. Кончик пера. В принципе, я уберечь не собираюсь. Ой, я не могу залетать его случайно? Могу. Кайф. Нет. Фу. Я мисплейнул. Мог сильнее захилиться.
Одна энергия, три энергии. Вот тут я даже не знаю, что делать. Если честно. Честно говоря, я не знаю. Притатамод или реальное дополнение для шпиля? Это обновление новое. Может, зелье? Я не знаю, какое зелье мне здесь помочь может. Сброса разве что. Может быть. Ролить или просто задефаться попробовать? Что-то ролить страшно. Лучше немного впитаю. Хорошо, ой, как хорошо. Так. Так, уже близко. Мне сейчас карта придет. Вот сейчас. И это не та карта, которую я бы хотел. Ладно, пофиг. Почему каждый файт хочет меня убить нахрен полностью навсегда? Что это такое? Мне его атаковать, блин, нечем. Ничего? Что у него с ногами? Это база какая-то. Аминь.
Все, ничего не меняем в билде. Просто идем. По-моему, здесь, кстати, артефакт особо не нужен. Этот талант надо в любом случае использовать. Блин, этот талант тоже надо использовать. У меня же есть вроде грейденутый, да? Ой, как это плохо. Казалось бы, там две силы, но это пипец как сильно для него. Все, надо слабость будет повесить. Блин. Моя самая сильная атака не может быть разыграна первой. Не думаю, что нужна будет. Говна. Ну, блохилк проездить. Надо, она же эфирная, блин, я забываю. Что-то юзаем. Как бы нам не хотелось, как бы мне не хотелось. Найс. Пьем. Так, 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 так. Я, в принципе, почти задефался, наверное, можно и оборону не юзать, отдать две атаки. Можно выкинуть Амини, он, в принципе, уже довольно слаб. В этом файте. Так, гнев есть, а выхода из гнева нет.
Как же это мешает, просто ужас. Опять Аминь пришла. Сброс бы какой-нибудь, да? Так. Гнев. Еще один гнев. И бдительность. Возможно. Жак, нельзя выкинуть. Тогда бдительность, наверное, я пока что юзать не буду. Так, хорошо. Нехорошо. Совсем нехорошо все. Все очень плохо. Мне просто дефаться нечем. Ой. Я случайно не передефался, я, по-моему, передефался же. Как эта карта была лишней. Мне энергии не хватит просто. Бляха. Твой босс, ненавижу его. Фига. Божественность, какая-то крутая штука. Хороший забег, жалко, проиграл. Даже не знаю, может, без пирамидки было бы лучше. У меня бы тогда была большая вероятность на вытаскивание гнева. У меня под конец вообще гнева не было. Словно они испарились.